Слышала, ты подрался? Не успела от них убежать. Лучше иметь доброе сердце, чем быстрые ноги. Дома, в ночь, когда убили маму, я увидел нечто, похожее на шаровую молнию. И внутри был человек. Он убил мою мать. Мама! Папа! Извините, простите. Нельзя все время сбегать с работы в поисках твоих городских легенд, Барри. Все твои коллеги считают тебя странным. Тебе нужна девушка. Я провел всю свою жизнь в поисках невозможного. Я никогда не думал, что я сам стану невозможным. Удар молнии. Как он еще жив? Ему хуже. Напряжение 200. Удар. О, боже мой! Где я? Ты в Старлапс. Пописай сюда. Что? Что такое происходит? Тебя молнией ударило, чувак. И от молнии у меня пресс? Ты был в коме. Как долго? 9 месяцев. С возвращением, мистер Аллен. Нам многое нужно обсудить. Я видела, как ты умирал, Барри. Ты умирал, и твое сердце останавливалось. Все еще бьется. И очень быстро. Тебе казалось, что мир замедляется. Потому что ты действовал так быстро, что все остальные будто замирали. Мы многого не понимаем. Что со мной? У тебя был сложный множественный перелом, и он зажил. За 3 часа. Как это вообще возможно? Мы не знаем. Как костюмчик? Немного поджимает. Ты же на самом деле не веришь, что он побежит так быстро. Я начал поиски других мета-людей, таких как ты. Небо потемнело, и бум! Все вывернулось наизнанку. Клайд Морган, грабитель банков. Мне кажется, он управляет погодой. Что на самом деле случилось той ночью? Барьер между измерениями рухнул и впустил в наш мир антиматерию, темную энергию, экс-элементы. Это все теория. Ты тоже теория. Я мыслил слишком мелко. Он все еще на свободе. Мы должны его остановить. Ты не герой. Ты просто юноша, которого ударила молния. Морган! Становится только круче. От создателей сериала «Стрела». Мета-люди пока заняты. Мне нужна ваша помощь, чтобы найти Моргана и других таких же, как он. Без вас мне не справиться. У меня есть одна штука. Он сделан из укрепленного триполимера, устойчив к нагреву и трению. Что если я не герой? Что если я просто парень, которого ударила молния? Не думаю, что та молния ударила тебя, Барри. Я думаю, что она избрала тебя, потому что ты вдохновляешь людей, сторожишь их город, будто ангел-хранитель. Ты можешь что-то изменить. Спасти людей. Ты, Флэш. Время мыслить масштабно. Этой осенью красная вспышка спасает семью. Легенда. Я буду бегать по кругу в другую сторону. Ты погибнешь. Путешествует быстро. Ты не быстрее пули. Беги. Барри, беги! Что тут случилось? Обычная разборка плохих парней. Меня зовут Барри Аллен. Я быстрейший человек из ныне живущих.
Друг подкинул мне идею для нового имени. И мне кажется, оно приживется. Флэш. Последуй своему же совету. Надень маску. Круто.